Хайль, великий Бисмарк, первый канцлер Германской империи. Сколоченные из обломков Священной Римской империи германские государства объединились только в 1871 году, около полутора веков назад. Немцы не раз демонстрировали трудолюбие, творческое мышление и доблесть на поле боя. Несмотря на тяжелейшее положение в первой половине 20 века, Германия остается лидером в области экономики, искусства и высоких технологий. Князь Бисмарк, на вас возложены все надежды германского народа. Немцы вверяют вам свою судьбу. Станете ли вы железом и кровью добиваться военного и политического господства? Или бросите силы на развитие искусства и промышленности? Сможете ли вы создать цивилизацию, которая выдержит натиск времени? Ваше подразделение приблизилось к врагу. Разве скажет глиняный сосуд гончару? Что ты делаешь? Мы потерпели крах. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Древние руины хранят секреты развития цивилизации. Кроткие унаследуют землю, но не ее минеральные ресурсы. Оперение на древке стрелы было сделано из орлиного пера.
по глухим тропам столетий. Ваш народ несчастен. Недовольное население прирастает медленнее довольного, чтобы... Мудрость и добродетель. Тот, кто господствует на море, научи нас так счислять дни наши.
тот, кто уничтожает книгу. Ваш народ несчастен. Недовольное население прирастает медленнее довольного, чтобы... Счастливы те, для кого уж возводятся крепкие стены. Вступил божественный Гектор. Тот, кто знает людей, мудр.
он создал новый инструмент. Есть лишь один Бог – знание. Thank you.
три правила следует помнить при всякой постройке. Знамение черными Зевс помывает бровями. Быстро волосы благовонные вверх поднялись у Кронида, окрест бессмертной главы, и потрясся Олимп многохолмный. Не жди, пока железо станет горячим для...
Тапсима и Темуата. Коня, коня! Престол мой за коня! Математика – врата и ключ всех наук. Коротка и жизнь людская.
Лучше хлеб, который съедается с радостным сердцем, чем богатство с заботами. Человеку для спасения нужно знать три вещи. Чему он должен верить, чего желать и что делать.
Единственное, что нас спасает от бюрократии, это ее Главное в этом мире не то, где мы стоим, а то, в каком направлении движемся. Механика – самая благородная и, главное, самая полезная из наук. Случись изделию из бронзы, золота или железа сломаться, кузнец сплавит обломки в огне, восстанавливая узы.
Верному шагает колосс, а мы, ничтожные людишки, у исполинских ног его снуем и для себя могил бесславных.